Максим, у тебя было сегодня много хороших моментов, чтобы забить. Не расстроился, что не получилось? Расстроился, конечно, очень. Надо забивать хотя бы половину из того, что было сегодня. Почему пока не хватает реализации в стали? Мастерства не хватает, а не реализации. Ну, надо работать над этим. На «Динамо» оставили. А с каким настроением теперь команда будет готовиться к «Динамо»? После выходных посмотрим. В боевом, как всегда. Максим Горячук! Максим Горячук! Максим Горячук! «Сталь» теперь возвращается в борьбу за место в «шестерке». И хватит ли сил на это? Мы не прекращали борьбу. Мы боремся до последнего и будем бороться.